Всем привет! Давайте разберем эту песню. Песня несложная, аккордов всего два. В идеале, конечно, на две гитары сыграть. Вот даже вступление можно поинтереснее сыграть, если без каподастра. И то есть прям вот эти аккорды играть. Даже можно вот, ну, как вступление начать. И вот так играть только два аккорда этих. А вторая гитара играет соло. Так. Даже можно на одной струне сыграть все. Давайте сначала вот это разберем, а потом уже покажу, как с подасом сыграть на одной гитаре и аккорды и мелодию. Итак, поехали. Аккорды всего два, Е, М и АМ. Самая простая версия, это мы даже когда просто играем, то есть вот Е, М и также АМ. Поинтереснее, конечно, сыграть вот именно как в песне, с добавлением ноты. В общем, поехали. Ставим ЕМ на 5-й и 4-й струне 2-й лад. И добавляем на 1-й струне тоже 2-й лад. Вот такой аккорд получается. А, бой. Мы играем сначала большим пальцем вниз, потом вниз-вверх. Еще раз то же самое, большим вниз-вверх. То есть получается вот так. Да вот, большим вниз вверх, большим вниз вверх. Потом вверх вниз вверх. И потом опять большим вниз вверх. Там вот именно в ритме есть сложности, то есть там он всегда разный, когда вы играете большим вниз вверх. Ну, давайте попробуем медленно сыграть. То есть мы играем большим вниз вверх, большим вниз вверх, потом вверх вниз вверх, большим вниз вверх. Вот получается вот так. Давай, давайте помедленнее. Вот второй раз, когда мы играем большим пальцем, мы паузу делаем после того, как мы сыграли большим пальцем, намного длиннее, чем первый раз. И тогда будет полегче. То есть вот так получается. Да? Так мы играем два раза этот бой. Теперь этот же аккорд мы сдвигаем на 5-й лад. То есть мы ставим баре на 5-м ладу и добавляем на 5-й, 4-й и 1-й струне 7-й лад. И играем то же самое. Также два раза. Сейчас секундочку отключу. Так вот. Так мы играем бой. А вторая гитара может сыграть мелодию. Итак, все на 1-й струне. Просто лады скажу. Если неудобно все на 1-й струне, то можно перенести вот сюда. Мне кажется, на одной струне полегче сыграть, и звук будет поинтереснее. Итак, мы играем все на 1-й струне. Поехали по ладам. 7, 7, 7, 7, 5, 10, 8, 7, 8, 7. Так мы играем два раза. Да? Давайте еще раз.
7, 7, 7, 7, 5, 10, 8, 7, 8, 7. И еще раз. Вторая часть. Играем 0, 0, 0, 0, 2, 0. Потом 7, 7, 7, 7, 7. Да-да. И еще раз. Так же два раза играем. 0, 0, 0, 0, 2, 0, 7, 7, 7, 7, 7. И заново. Так играется, если вот как раз на две гитары сыграете. Ну, можно поставить капонастер и сыграть и боем, и еще выделить мелодию. Да, вот вступление тут уже посложнее играется. Ну, тут уже посложнее, в общем. Ну, поехали. Итак, ставим капонастер на пятый лад, считаем от него, на любой лад, первый, второй и так далее. Зажимаем, играем вступление. Зажимаем на первый, нет, на второй и пятой струне второй лад. А на третьей и четвертой струне четвертый лад. Первую и шестую струну мы глушим. Вот стараемся, чтобы они не звучали. Вот такой аккорд должен получиться. Ну, давайте еще раз. На пятой струне второй лад. На четвертой и третьей струне четвертый лад. И на второй струне второй лад. Бой тот же самый. И второй аккорд мы зажимаем на первой и четвертой струне второй лад. И играем только по нижним струнам, вот начиная с четвертой струны. Бой тот же самый. Итак, тут, как мы играем, ставим барре на втором ладу, на второй струне третий лад, на третьей и четвертой струне четвертый лад. Ну, это аналог HM, да, или BM. Итак, тут дергаем пятую и третью вместе, потом бьем вниз до третьей струны. Потом еще раз дергаем третью. Так, сейчас. Да, потом еще раз дергаем пятую, третью. То есть вот выделяем третью мелодию, потому что она входит в аккорд, это основная нота, и лучше сначала ее выделить. Еще раз. То есть мы играем пятую и третью вместе, бьем вниз до третьей струны, еще раз дергаем третью и играем пятую и третью вместе. Получается вот так. Да, вот когда мы сыграли вниз до третьей, мы вот как отдельно третью играем, мы просто стараемся как бы вверх сыграть руку. Рукой, да, не просто дернуть, а рукой сыграть вверх. И желательно только по третьей струне. И потом сыграть пятую, третью вместе. Ну, должно получиться вот так. Идем дальше. Дергаем потом вторую струну. И бьем вниз до третьей струны. Должно получиться вот так. Теперь мы стараемся заглушить. Так, сейчас.
общем, смотрите, то есть вот у нас так аккорд стоял, теперь мы убираем сразу средний палец, готовим его зажать третий лад на первой струне, и мизинец мы сразу ставим на первой струне, раз, два, три, четыре, пятый лад. И теперь мы вторую и третью струну глушим, вот они не звучат, а пятая и четвертая звучат. Да, вот, пятая, четвертая звучит, не звучит, не звучит, и на первой пятый лад. Так вот, вот так поставили, теперь дергаем первую струну, бьем вниз по пятой и четвертой. Теперь на первой струне третий лад. Так, сейчас. Вот мы играем, да, третий лад на первой струне, потом еще раз бьем вниз и стараемся до первой струны, на первой струне тоже сделать акцент. Струне третий раз зажали, мы играем вверх, потом вниз. Теперь ставим баррэ, убираем с первой струны третий лад, оставляем баррэ на втором ладу и играем вверх. Тут уже можно со второй струной, она войдет в аккорд, будет нормально. Теперь на первой струне третий лад играем вниз. Так, сейчас. Нет, вот мы сыграли баррэ вверх, дергаем, теперь по пятой и четвертой бьем вниз. Теперь на первой струне третий лад вверх, на первой струне второй лад вниз. Сложный момент, давайте еще раз быстренько его расскажу. Вот это самый сложный момент, второй аккорд намного проще играется. Давайте еще раз объясню, потому что сложно. Поставили, да, вот этот ташем. Играем пятую и третью вместе. Бьем вниз до третьей. Играем вверх третью струну. И опять дергаем пятую и третью вместе. Должно получиться вот так. Теперь играем вверх вторую струну. И бьем вниз до третьей струны. Так, теперь убираем средний палец, мизинец зажимаем на первой струне 10 лад, играем вверх первую струну, бьем по пятой и четвертой струне большим пальцем. Теперь на первой струне третий лад играем вверх вниз. На первой струне второй лад играем вверх, бьем по пятой и четвертой большим пальцем. На первой струне третий лад вверх, на первой струне второй лад вниз. Давайте попробуем медленно сыграть. И играем заново, то есть мы два раза так играем. На пятой и четвертой струне второй лад. Тут уже попроще. Играем шестую и вторую вместе.
потом бьем вниз до второй струны, со второй струны играем вверх, и опять вторую и шестую вместе. То есть получается вот так. Теперь на второй струне зажимаем второй лад, бьем вниз до второй струны, со вторую струну делаем открытой и со второй струны играем вверх. Должно получиться вот так. Идем дальше. Так, сейчас. Теперь зажимаем на первой струне второй лад, играем вверх с первой струны, бьем по басам вниз. Давайте еще раз. Зажимаем на первой струне второй лад. Играем вверх, по басам вниз. Потом с первой струны вверх-вниз, вверх, по басам, вверх-вниз. То есть вот вторая часть получается вот так. Вот, давайте еще раз. Зажимаем на первой струне седьмой лад. Играем вверх, по басам, вверх-вниз, вверх. По басам вверх-вниз. Дайте еще раз весь этот аккорд. Поставили на пятой и четвертой струне второй лад. Вторую и шестую дергаем вместе. До второй струны бьем вниз. Со второй струны играем вверх. Вторую и шестую дергаем вместе. Теперь на второй струне зажимаем второй лад. Играем вниз. Вторая струна открыта. Играем вверх. На первой струне зажимаем второй лад, играем вверх, по басам, вверх-вниз, вверх, по басам, вверх-вниз. И так мы играем два раза. И, соответственно, уже начинаем в темпе играть. Все песни. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.